Более 20 тонн неучтенного медицинского спирта обнаружили полицейские на складе фармацевтического предприятия в Чебоксарах. Работников фирмы задержали на месте преступления. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы МВД по Чувашии. Документы на автомашину дайте, пожалуйста. Меня же никто не подпускает к машине. В салоне автомашины, которая въехала в гаражный комплекс по улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, 500 литров медицинского спирта. Канистры с прозрачной жидкостью светлого цвета. Чебоксарцы доставили товар в гаражный комплекс по просьбе покупателей, не подозревая, что это сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. Как оптовым покупателям, оперативникам, участвовавшим в проведении специального мероприятия, еще и сделали скидку. Ну, тут какие-то расчеты. Товарная накладная. На незаконной реализации спирта с поличным были задержаны два работника одной из фармацевтических компаний города Чебоксары, имеющие лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами. Первоначально в поле зрения оперативников попали физические лица, которые реализовывают спирт уже гражданам. Но в дальнейшем уже при разработке указанных лиц установили то, что они работают в указанном предприятии. И спирт, содержащий продукцию, уже реализовывают из склада данного предприятия. Когда сотрудники полиции прибыли на предприятие с постановлением о проведении обыска, помещение, где хранился спирт, им показывать не хотели. Но оперативники точно знали, откуда именно вывозилась продукция на реализацию. На тайном складе компании было изъято свыше 20 тонн медицинского спирта. Представить документы, то, что у них находится на складе большой объем, представить на данный момент не смогли. Следствием отдела полиции номер 3 УМВД России по городу Чебоксары возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере». Все обстоятельства предстоит установить в ходе расследования.